Привет, друзья! Хочу вам порекомендовать канал о крутых тусовках и культурных событиях свадебной индустрии «Мир свадеб Wedding Blog». Ссылка под видео. Всем привет! С вами Андрей Грищенко с очередным выпуском свадебного блога «Мир свадеб». Привет, друзья! Сегодня день 8 марта, и за окном хорошая погода, хорошее настроение, тепло. В этот день я хочу записать видео чисто женского формата о том, что находится в моей сумке. Она у меня уже другая, содержимое немножко поменялось, поэтому будем сегодня разбирать то, что лежит в моей сумочке. Вот такая у меня на данный момент сумка. Она мне нравится. Такая она простая, ничего особенно нет. Единственное, вот такое вот деревце, может это какой-то лейбл, какой-то знак, я не знаю. Сумка далеко не фирменная, и это меня, если честно, никак не печалит. Но скажу, что это еще не идеал моей сумки, потому что я все-таки еще ищу ту, которая мне будет нравиться. Немножко другого их формы я хотела, но это был подарок, поэтому дали нам окуню, зубы не смотрят. Но мне эта сумка очень нравится. Здесь снизу даже есть такие вот подставочки, я же успела вымазать немножко. Вот, очень вместительная, очень классная. На весну то, что нужно. Сразу скажу честно, в сумке я не убиралась, поэтому там у меня сейчас творится полный бардак. Я даже это покажу. Вот так здесь все сложено, потому что сейчас у нас мини-каникулы на работе. Я сумку почти не беру и просто вот, знаете, все сложила. И оно ждет своего часа, когда это все буду разбирать. И, видимо, сейчас пришел этот час. Итак, начнем. Первое, что лежит у меня в сумке, что я достаю, это перчатки осенние мои. Сейчас на улице очень потеплело. Вторую не могу найти. Очень потеплело и... Пора уже переходить на такие перчаточки, но сегодня очень тепло, думаю, сегодня обойдусь без них. И они у меня всегда лежат в сумке, потому что очень часто забываю их с собой взять. Следующее, что это моя косметичка, которую мы, как всегда, по старинке и по традиции разберем в конце видео. Вот это моя косметичка, я уже показывала в своих покупках, оставим ее на потом. Обязательно у меня должен лежать в сумке блокнот. Это мой сейчас ходовой блокнот. Здесь я записываю идеи видео, какие-то пометки подарков, какие-то сценарии, еще какой-то билиберду. И вот нравятся мне вот такие блокноты. Очень удобно носить с собой. Он легенький, в сумке помещается, классный, плоский, удобный очень блокнот. Следующее, что у меня обязательно всегда в сумке, это пакет. У меня он очень выручает, всегда выручает. И я просто не понимаю, как можно идти в город, не имея с собой пакета. По-любому что-то захочется купить, и это все нужно будет нести где-то. А в сумке я вот не хочу нагружать, потому что ручки все-таки слабые у сумок женских, и они не рассчитаны на то, чтобы в них, например, нести килограмм картошки. Дальше достаю свою зарядку. Зарядное устройство у меня не поменялось с прошлого раза, только немножко перемотанное, потому что в сумке оно валяется как попало. Едем дальше. Что мне дальше? Здесь лежит мой любимый кошелек, с которого выпадает денежка. Тоже показывала в своих покупках. Очень классный, удобный, компактный, мягенький. Тут, как всегда, ничего нет, потому что все на карточках. Очень мне нравится кошелечек. И под сумку, в принципе, я думаю, подходит. Неважно. Так. Что еще? Обязательно у меня в сумке должен быть дезинфикатор для рук, потому что я не то что брезгливая, а просто не люблю, когда грязные руки. И если я хожу по магазину, что-то беру, трогаю, за дверь трогаюсь, сразу обрабатываю руки, потому что сейчас можно подхватить любую просто заразу, ну и много всяких неприятных вещей, которые нашему здоровью не нужны. Поэтому обязательно носите с собой вот эту штуку. У меня сейчас спрей, полюбила больше спрей, потому что все-таки быстрее это побрызгать, чем растирать гель в руках. Вот так. Еще остался у меня это, видимо, с прошлой недели, вот такой вот флюид от Dr. Sart, жидкий шелк для волос. Я его беру с собой в сумку в понедельник и в четверг, после того, как помою голову, на следующий день иду на работу, беру вот эту штучку и увлажняю свои кончики волос, потому что после мытья они немножко сухие. Еще с собой стала носить вот тоже подарочный вот такой, как это сказать, миниатюрка, пробник, я не знаю, как это правильно назвать, маленькая баночка аромата, потому что весна, хочется пахнуть, хочется цвести как цветочек. С собой носила в косметичке, сейчас покажу, типа пульверизатора, что-то, куда нужно заливать духи. Вот такой вот с Bang Coins, видите, она открутится, туда нужно заливать. Но мне такой вариант не нравится, потому что это все разливается, сама баночка ненадежная, да, и отсюда оно быстро выбрызгивается, потому что очень сильный распылитель. Не знаю, наверное, выложу это из сумки, и вот такой вот аромат я ношу, у меня
лимончиком, по-моему. Да, цитрусовый аромат, очень нравится, очень компактный, и несмотря на то, что он такой маленький, очень расход у него небольшой, потому что спрей у него нормальный, не то, что вот в этого. Стала опять же носить крем для рук, у меня сейчас вот такой Dove питательный крем, очень жирненький, потому что почему-то руки стали очень сохнуть по приходу весны, да и в принципе зимой они мне сюда сохли. Очень жирный крем уже с января месяца использую, до сих пор он у меня не закончился, очень такой питательный. Если вы помните предыдущее видео о том, что я носила в своей сумке, то вы, наверное, помните мою косметичку розовую, которую я очень хвалила. И сейчас моя косметичка, точнее то, что от нее осталось, выглядит вот так. Я сделала из нее мини-пенал, потому что все мои ручки очень неудобно валялись по всей сумке, и все это конкретно вымазывалось. Так, следующее, что я достаю из своей сумки, это маленькая бутылочка раствора для линз. Тут совсем немножко, так вот дорожный вариант, и контейнер для линз, потому что недавно случился такой случай, что я шла с ночёвкой и забыла самое необходимое, пришлось возвращаться домой за линзами в 12 часов ночи, да. И теперь ношу с собой, теперь я не боюсь, что я забуду это все необходимое. Я ношу линзы, для меня это мои два друга, потому что линзы нужно снимать, мои линзы, на вечер спать в них нельзя, поэтому вот. Теперь плюс еще несколько грамм веса моей сумочки. Еще у меня здесь обязательно лежат мои наушники. Вот таком вот чехле из Китая. Уже 100 лет тому чехлу, но он еще нормально функционирует. Вот тут лежат мои наушники старейшие. Соседи вот именно сейчас делают ремонт. Простите меня, это жизнь, это соседи. Вот, и никогда с ними не расстаюсь. Очень люблю, когда иду на обед с работы, слушать музыку. И очень компактный, кстати, чехольчик. Обязательные атрибуты моей сумки — это пачка сухих и влажных салфеток. Без них я не могу, это просто must have, как вот модно говорить на YouTube. И еще в маленьком отделе здесь у меня в пакетике лежит губка. Обычная губка, которая мыть посуду, потому что я очень часто хожу в замшевой обуви, и лучше всего с очисткой замшевой обуви справляется губочка. Я с собой ношу, чтобы, если вдруг загрязнилась, быстренько чистить и быть красивой и опрятной. Так, значит, основные отделения закончены. У меня есть еще потайной карманчик, в котором я ношу свой паспорт, потому что там у меня большинство справочек, каких-то нужных бумажек. Уже, конечно, обложка стерлась. У меня, кстати, новая фотография, уже намного красивее, чем была. И вот очень удобно, если нужно, например, забрать посылку, и с работы не нужно уже бежать домой за паспортом, просто иду с работы, сразу забираю посылку. И осталось еще маленькое отделение сзади сумочки. Здесь у меня в основном хранится то, что мне нужно в первом доступе. Это, ну что, конечно же, пропуск на работу. У нас вот такие пропуски пластиковые. Так, мой любимый фруктовое сияние вишни невеевский бальзамчик для губ. Уже новенький, классный, вообще суперский. О, парочка стоит и целуется у меня под окном. Парочка меня немножко сбила. Очень такие симпатичные двое. Дальше, конечно же, ключи с кучей брелков, потому что нужны ключи, чтобы тарахтели, их можно найти было в сумке. Обязательно флешка. Я ей, конечно, не пользуюсь, но на всякий случай она мне всегда лежит в сумочке. Зеркало. Зеркало, еще старое мое зеркало. Им я практически не пользуюсь, почему-то не приходится, но лежит, пускай лежит. Зеркало — нужная вещь. Ключ от работы. Пачка Орбита. По предыдущему видео, я думаю, вы поняли, что я люблю Орбит. У меня постоянно он валяется в сумке, без него просто нельзя. И все. И осталась косметичка. Сейчас буквально за пару минут я вам расскажу, что я в нем ношу. Здесь есть такое маленькое углубление. Тут я ношу свою плоскую расчесочку еще моей мамы. Я уже об этом 100 раз говорила. Очень удобно, очень хорошо прочесывает волосы. И классно собирает волосы в хвост. Без всяких петухов. Ну, косметичка у меня, она не совсем называется косметичка, потому что ношу там просто всякий хлам из косметики. Там, наверное, единственное — это консилер и блеск. Серьезно, а вот все остальное — это просто бред. Значит, консилер ношу с собой такой флормаровский. Просто пытаюсь его как-то добить. Здесь очень много миллилитров. Сам консилер очень ужасный. Это, знаете, вот домазываю его на область под глазами и быстренько иду домой, чтобы там ничего не следло, потому что он реально отвратительный. Еще самая нужная вещь, тоже недавно стала носить, это пилка для ногтей, потому что у меня ногти ломкие.
И иногда на работе нечего делать, сижу, подпиливаю ногтики, передаем форму. Куча резинок, это постоянно. Здесь у меня даже есть этикетка с пряжи, я недавно делала подарок, вязала шарф и теперь сохранила пряжу, очень классная. Буду еще, наверное, шапку вязать, еще не решила. Бинт, обязательно бинтик, потому что недавно тоже резала себе пальцы. Тряпочка для того, чтобы выдирать очки, и экран телефончика обязательно у меня лежит. Ложки пластиковые тоже очень нужная вещь, потому что всегда, когда нужно, их нет. Теперь буду носить с собой. Значит, блеск бриллиантовый, бальзам для губ от Биокон с блестками мелкими. Пахнет дымом, вот сельским дымом. Знаете, вот когда палит костер, пахнет дым. Вот чисто вот запах неприятный очень. Лежит в сумке просто так. Не знаю зачем, не знаю куда его использовать. Опять резинки. Таблетки на всякий случай. Опять же, видите, это не косметичка, это какой-то бред. Масло для губ от Нивея зачем-то закинула, наверное, чтобы кутикулу увлажнять. И забыла на нее, потому что бреда хватает в косметичке. Пилка вот такая вот металлическая, твердая. Мини-мыло на всякий случай, потому что я любитель вытирать руки. Сережечки мои. Вот это вот у меня такие сережки парные есть. Одна сережка в виде сумочки, вторая в виде туфельки. Видимо, носила и сняла. Вот такие вот заколки, карандаш для бровей на всякий случай, если вдруг не успею дома накрасить. Это вот такая штучка, напоминалочка об одном человеке. Сувенирчик. Опять куча таблеток, всякая такая ерунды. Ну да, и таблетки, резинки, все как всегда в моей косметичке. Просто не знаю, ношу с собой полквартиры. Вот все, косметичка пустая, очень удобная, красивая, не стыдно показать при людях. Вот, очень много, конечно, всего я ношу в своей сумке. Еще у меня сюда добавляется иногда вода, потому что я водопой, конечно, конкретный. Ну и, в общем, тут, мне кажется, содержимого килограммов на 2 точно. Все, девчонки, сумка моя пустая. Надеюсь, вам было интересно это видео. И сегодня, в день 8 марта, хочу поздравить вас с этим женским праздником, женским днем. Хочу вам пожелать много улыбок, чтобы вы чаще улыбались, были счастливыми, у вас было хорошее настроение, и чтобы вокруг вас были только хорошие, добрые люди. Спасибо, что вы были со мной. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Ставьте лайки, пишите мне свои комментарии. И увидимся в следующем видео. Пока!